С первых дней стало понятно, что этот чемпионат мира пройдет на добротном уровне. Прекрасно организовано, вы сами видели зал. Я думаю, любой зритель, если посмотрит и скажет, что здесь все учтено. Повторы там, я не знаю, любая деталь очень четко и все делается. Уже 4 камеры работают на ковре, поэтому любой момент рассматривается со всех сторон. Поэтому вот это технически очень оснащенный зал. И все говорят, что действительно ошибок быть не должно, потому что именно все продумано до мелочей. Этот чемпионат мира не имел непосредственного отношения к олимпийской квалификации. Будущее мировое первенство в Астане в этом плане будет посерьезней. Важнее в Казахстане, потому что это лицензионный чемпионат мира будет, отбор на Олимпийские игры. Вот, первое, пятое место отбирается напрямую на Олимпиаду. Тем не менее, каждый из тренеров старался определять на венгерский турнир лучший состав. Это будет костяк команды. Это естественно. На чемпионат мира мы проверили основной. Таким образом, кто-то вернулся в строй после долгого перерыва, кто-то доказывает, что на него можно рассчитывать, а кто-то всерьез вознамерился уехать из Будапешта в ином борцовском статусе.